Этот дом построил мой дедушка со стороны матери, Николай Васильевич Лазарюк. Он с 1896 года, жена его с 1894 года, баба Феврония. Женился он в 20 лет. В 21 год у него был первый сын Вася, 23 года была Володя, 25 лет был Петя, в 27 лет была мама моя, Люся, Елена, потом еще Мария была, Ваня и Сандё. 7 детей выросли в этом домике. Дедушка умер в 87 лет, его выносили отсюда, с этого домика. Бабушка, деда жена, умерла в 41 году, ей было 47 лет. Мой дедушка был немножко любимый, он имел примерно 7 жен. Последний раз он женился, когда ему было 52 года, а тете Тусе было 26. Они прожили вместе 35 годиков, красиво прожили, с последней женушкой. А сейчас живет вот просто человек, просто живет тут, потому что ей негде жить, а этот домик ему не нужен. Заглянешь внутри, нет, чуть-чуть. Сандё, ты понял? Мы снаружи засняли, чтобы ты немножко посмотрел. Все?